Всем привет! На днях вышло альфа-дополнение Shadowlands, и мне посчастливилось в нее поиграть, за что огромное спасибо Аньке и Лангеласу. Именно эти добрые люди поделились ею со мной. Сегодня я расскажу вам о своих впечатлениях от игры в локации Бастион, пока что единственной доступной зоны, а также поделюсь с вами отрывком из сюжета Ковенанта. Наверное, непривычно будет слышать это от меня, но мне очень и очень понравилось. Нет, я никому не подлизываю, вы знаете, что я все говорю честно. Да мне даже никто из разработчиков Альфы не дал. Ладно, поехали. По сюжету мы попадаем в утробу темных земель, откуда нам удается сбежать и попасть на распределение к арбитру, но этого пока не показали. Затем, если вы выбираете бастион, то вас направляют прямиком к претендентам Кирий. Но пока что только эта локация доступна для исследования, поэтому выбора нет. Сама зона невероятно красивая. Видно, что Blizzard действительно проработали ее до самых мелочей. Все так и отдает ауры волшебства, словно действительно находишься в раю. Это все дополняет красивая музыка, но в плане музыкального сопровождения Warcraft всегда был на высоте, хотя именно этот саундтрек я бы поставил среди лучших. Самое интересное – это таинственность. Во всех прошлых дополнениях мы отправлялись на известные нам материки, чем-то похожие друг на друга, разными расами или ландшафтом. Но темные земли – это совсем новая ветвь во вселенной Warcraft. И само пребывание здесь затягивает, заставляя непрерывно исследовать все уголки этого места. Мы никогда такого не видели, поэтому и интересно. Попав сюда, мы встречаем одну из распределителей – Клею, которая становится нашим проводником в этом месте. Оказывается, из-за того, что механизм темных земель нарушен, все души из мира смертных попадают в утробу. Оттого Бастион очень давно не видел новых претендентов. Нас послали сюда для того, чтобы мы порешали местные проблемы. Однако закон темных земель настолько строг, что мы не имеем права обойти стороной ритуалы Кирий. Поэтому формально мы должны пройти посвящение и доказать свое благородство. Только после этого нам позволят остаться. И отсюда начинается то, за что я уже успел полюбить новое дополнение. Отныне основные сюжетные квесты помечаются особым знаком, в то время как побочные остаются в кругляшочке. Если вы не хотите тратить время на лишние задания, а вас интересует лишь сюжет, то смело можете пропускать ненужные квесты, не боясь упустить что-то важное. Но это не самое главное. Blizzard все-таки решили максимально отойти от принципа «принеси 5 грибов, убей 6 жуков» и начали выстраивать прокачку вашего персонажа так, чтобы она проходила как прохождение одиночной сюжетной игры, а не гринделка. Безусловно, серые задания «подай, принеси» никуда не делись, но их стало минимум. Во время своих похождений я прошел через все ритуалы Кирий, очистившись от бремени прошлого, обучившись боевому искусству и, наконец, получив благословение Десницы. Особенно мне понравилось встречать духов разных рас из Азерота, которые безмолвно смотрели на нас, выжидая своего часа пройти испытания. Но опять же, я несколько часов проходил сюжетные квесты, и второстепенных заданий было всего пара штук. Я спокойно наслаждался основной историей, которая поддается невероятно увлекательно. Множество диалогов, кат-сцен, интересных по своей механике квестов и приличное количество красивых мест. Если вы помните, то все претенденты должны отказаться от воспоминаний из прошлой жизни, и мы даже помогаем некоторым из них. Один из таких претендентов Кирии, оказывается, был Таурианом и сражался против Альянса. Вторая – стражником Штормграда, что не смогла предотвратить смерть мирной женщины от клинка убийцы из Братства Справедливости и так далее. Таких сюжетных твистов на события прошлого здесь навалом. Однако вскоре на Бастион совершают массовое нападение темные Кирии. Те самые, что не смогли отказаться от своего прошлого и восстали против местного порядка. Вот с ними нам и предстоит сражаться на протяжении всего сюжета. И что забавно, Утер Светоносный один из них, как я и говорил. К сожалению, я не успел снять тот единственный момент, когда он ненадолго появился.
Но тогда он имел темный облик и уговаривал одного из слабых претендентов занять место в их рядах. Многие жаловались на то, что, мол, карты локации слишком маленькие, когда увидели карты каждого коменданта. Вот, сейчас на экране вы видите карту Бастиона. На первый взгляд он кажется маленьким, но это не так. Он достаточно масштабен в рамках одного острова. Жалко, что это пока сырая версия, и мы не можем послушать диалоги и звуки окружения, а также полностью пройти всю сюжетную цепочку, поскольку она обрывается на вхождении в подземелье. В тот момент, кстати, на Бастион напали некролорды Малдраксуса, и открылось первое подземелье. Но даже этих нескольких часов нахождения здесь мне хватило, чтобы по-настоящему проникнуться красотой этого мира. Мне реально понравилось. Помните, что я оцениваю лишь сюжет и наполненность игрового мира, так что насчет всяких механик и прочего ничего не могу сказать. Погодите, не могу вам не показать. Вот так теперь выглядит новое небо над цитаделью Ледяной Короны. Хотя мне хотелось, чтобы обновили как минимум всю локацию. Но это все лишь мои первые впечатления. Более подробный разбор нового дополнения, скорее всего, будем делать по мере поступления интересных новостей. На самом деле, я не очень люблю всякие альфы и беты и предпочитаю насладиться готовой игрой. Но поскольку мне все равно сольют все инсайды и от спойлеров никак не спрятаться, то значит продолжим делиться с вами всеми новостями. А на сегодня все. Ставьте лайк этому ролику, если понравилось, а также пишите в комментариях ваше мнение и подписывайтесь на канал. Не забываем смотреть наш прошлый ролик, озвученный полностью голосом Элидана из игры. Для этого кликайте по плашке слева. Спасибо за просмотр. До встречи.